Привет, геймеры! Сегодня вас ожидает топ самых горячих игровых новинок для смартфонов, вышедших за последнее время, среди которых вы точно найдете себе что-то по душе, ведь они предлагают уникальный геймплей, потрясающую графику и захватывающий сюжет. Так что поддержите видео лайком и давайте начинать. Приятного просмотра! Кстати, я тут на днях наткнулся на просто офигенную игру, в которую сам сейчас играю и вам советую – Hustle Online. Это абсолютно бесплатная мультиплеерная игра с полностью открытым миром и невероятной свободой действий, которая, что важно, доступна как на Android, так и на iOS, с большим онлайном, дружелюбными игроками, среди которых запросто можно найти друзей и вместе влиять на жизнь и развитие родных городов. Например, становясь депутатом, мэром, госслужащим или пойти по пути криминала, устраивая разные грязные делишки, создавая свою банду и сражаясь за статус самых опасных братков на районе. То есть, что бы вы ни делали, все это отобразится на жизни тысяч реальных игроков с невероятным весельем, для чего в Hustle Online есть все необходимое. Я сам частенько по вечерам в нее играю на 15-м сервере и даже достал для вас специальный промокод FINOM, который дает на старте много чего полезного, чтобы начать веселиться с самого начала. Так что скачивайте игру по ссылке в описании прямо сейчас, чтобы сыграть вместе на 15-м сервере. Ник у меня, если что, такой же, как и на канале, так что до встречи в игре. Все ссылки есть в описании. 20-е место MVT Tank Battles. Как говорится, одни танки хорошо, двое еще лучше, а трое вообще великолепие. Гайджин, помимо War Thunder, решили выкатить еще одни танки, но уже в современной стилистике. В остальном геймплей на игры похожи. Большие карты, на которых разбросаны базы, которые нужно захватывать или отбивать у противников, для чего можно использовать как БМП, средние, легкие или тяжелые танки. Но пока воевать даже на сухопутной технике интересно, особенно учитывая детализированную графику как для смартфонов. 19 место – Victory Hit Rally. В дополнение к прошлому топу с пиксельными играми, который, кстати, вышел недавно, так что если вы его еще не видели, советую посмотреть, добавлю эту игру, которая строится на механиках аркадного Mario Kart, только в стилистике игр начала нулевых, когда машины даже не имеют трехмерных моделей, а только несколько ракурсов и при повороте просто меняется картинка машины. Конечно, это скорее закос под ретро с кучей мелких элементов и спецэффектов, но для такого олда, как я, смотрится очень ностальгично. 18 место – Rolling Heads. Фановая аркада про шарообразные головы, сражающиеся на мини-аренах. И этого уже достаточно, чтобы прийти к пониманию, надо оно вам или же нет. Ведь если у вас есть кореш, с которым можно весело схлестнуться в этой игре, можно потерять счет времени. Другое дело в соло пытаться найти живых противников в небольшом онлайне или и вовсе играть с искусственным интеллектом, где цель – вытолкать или уничтожить голову врага, для чего можно просто толкаться или применять оружие, но с друзьями это реально забавная игрушка. 17 место – Eteria Restart. С обрывов карьер. У этой игры до 4 ноября проходит бета-тестирование для всех желающих, этакий день открытых дверей, так что если хотите попробовать новую аниме-гача, но при этом с очень сочным визуалом, советую поспешить. Притом геймплейно это тактическая пошаговая стратегия, где нужно правильно выбирать персонажа под статы оппонента, активируя его навыки для атаки или защиты. Но при этом вне сражений дают возможность спокойно двигаться и исследовать коридорные локации. 16 место – Refined Self. Очень своеобразная игра, которая погружает в интроспективное путешествие по внутреннему миру главного героя, предлагая исследовать сюрреалистичные локации, окружающие эмоции и воспоминания персонажа, помогая ему восстановить связь с самим собой. Притом выглядит это очень стильно, хотя и в пиксельной графике, но если вы такой же поклонник подобной стилистики, как и я, будет только плюсом. Но при этом игра без русского языка, хотя и делается упор в диалоги, для понимания которых школьного уровня может не хватить. 15 место – Explorer Beta. Максимально странная и неожиданная игра, так как у нее, насколько я мог заметить, не было анонса, ее просто взяли, вытолкали на всеобщее обозрение и притом только владельцам iOS-устройств, видимо из-за простоты в оптимизации игры под одно и то же железо. Хотя не сказать, что она хоть как-то оптимизирована. Тем не менее, это что-то типа симулятора управления какой-то космической техникой от первого лица, где вроде все угловатое, но достаточно детализированное и совсем можно взаимодействовать. Напоминает смесь двух мемов, где очень интересно, но ничего непонятно и... Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. 14 место – Grid Legends Deluxe Edition.
Игра, тест которой проходил в начале этого года, о чем я уже рассказывал в одном из прошлых видео. Наконец-то обзавелась точной датой релиза, и это 18 декабря. То есть еще придется подождать, но подписывайтесь, ведь в следующих видео я обязательно о ней напомню. А пока можете скачать не менее интересную гонку из этой же франшизы Grid Autosport с приятной графикой, аркадно-реалистичной физикой и большим выбором разнообразных автомобилей, на которых предстоит соревноваться в гонках за лидерство. 13 место Indus Battle Royale Mobile. Игра, за которой я наблюдал с самого ее анонса, так как уже тогда разработчики из Китая заявляли о подражании Apex'у, который как раз в то время, по неведомым доселе причинам, Electronic Arts решила закрыть. И вот наконец-то эта аркадная королевская битва вышла в глобальный релиз, правда, как и многие игры, не у нас. Поэтому придется юзать VPN, но благо только для скачивания, в самой же игре его можно отключать и играть без большого пинга. В остальном все привычно. Высаживаемся на карту, лутаем оружие и стараемся выжить до последней волны. 12 место FTV For The Win. И не отходя далеко от мультиплеерных шутеров, это еще один, правда, в немного другом жанре. Это все такой же командный шутер, только без королевской битвы, хотя она заявлена на будущее. Что сейчас больше напоминает классическую КС-ку и ей подобных. Притом у каждого персонажа есть еще и свои статы. Они, конечно, простенькие, как количество хп или скорость движения, но между персонажами они отличаются. И даже ульта, которая активируется при достаточном количестве убийств соперников. То есть это просто забавный, динамичный шутер с приятной графикой и ручным управлением. 11 место Age of Empire Mobile. Классическая градостроительная стратегия с элементами экономики и сражений с другими государствами, в роли которых могут быть как искусственный интеллект, так и реальные игроки или даже обычные друзья в кооперативном режиме. Только для этого еще нужно развить свое поселение в полноценную цивилизацию, учитывая ресурсы, возводя здания и постепенно выстраивая королевство, что в целом позволяет ощутить дух масштабных сражений с цивилизациями в маленьком портативном телефоне. 10 место Soviet Truck Driver. Как и гласит название, это самый настоящий симулятор советского водилы, которому нужно то бревна на КамАЗе оттащить на склад, то на деле перевести топливо и так далее. Что, невзирая на пустынные локации и довольно угловатую графику, все равно выглядит ностальгично, так как самое главное, а именно грузовики, выполнены на высочайшем уровне и каждый узнается без особых проблем. Жаль только миссии однообразные и управление, как мне показалось, одинаковое, но для таких придирчивых, как я, есть спринтайрс. 9 место – Dino Bros. Забавная аркада с элементами головоломки, которую я решил добавить, чтобы разнообразить современные игры, которые в основном целят в реалистичную графику, перегруженный геймплей и прочие сложности. Хотя иногда хочется просто и ненапряжно убить свободное время в какой-то залипательной игре, которая является Dino Bros. Ведь невзирая на свой простой визуальный стиль, здесь нужно провести двух дино-братьев от начала карты к концу, учитывая, что один занимает два блока, а второй всего один, что вынуждает использовать смекалку. 8 место – Shadow of the Depths Mobile. Релиз этой игры намечен на 31 декабря, для тех, кому в новогоднюю ночь будет ну вообще нечем заняться. Тем не менее, сейчас она уже проходит пробный запуск, так сказать, обкатку, в 17 странах мира, так что при желании скачать ее понадобится VPN, хотя русский язык есть уже на старте, так как это полноценный порт с ПК, весьма мрачного экшен-рогалика, в котором нужно бродить по рандомно сгенерированным подземельям, зачищая их от врагов при помощи самого разного оружия и умений. 7 место – Iris Fall. Давным-давно на ПК выходила игра Contrast, где главная героиня в жанре платформера могла перемещаться по миру как в 3D, так и в 2D с помощью теней. И в этой игре решили позаимствовать этот уникальный геймплей, но смешали его со стилистикой Алисы в Стране Чудес, с разными пространственными парадоксами и общей таинственной стилистикой, в которой и нужно перемещаться между светом и тенью, проходя новые локации, чтобы помочь главной героине Iris раскрыть тайну ее прошлого. 6 место – Underground Rivals 2. Стритрейсовая гонка, очень сильно напоминающая последнюю часть NFS на ПК, где вокруг машин возникают комиксные эффекты, да и сами машины больше похожи больше на модельки, нежели на реальные авто. И все это еще и с погонями полицейских по неоновому городу, где в лучших традициях подобных игр преследователи могут вызывать вертолет, ставить заграждение и прочее, чтобы поймать гонщика. Ну и конечно, обычные гонки с противниками тоже есть, но куда скучнее. 5 место – Epic Cars.
Еще одна гонка только в формате забавной аркады, которая, что сейчас редкость, вышла даже в СНГ и предлагает соревновательные заезды на игрушечных машинках, как против ботов, так и реальных игроков. Правда, в отличие от тех же Mario Kart и подобных, здесь нельзя вредить оппонентам, а победитель определяется только за счет собственного скилла, что с одной стороны стимулирует изучать трассы и механики управления в игре, а с другой всегда ведь найдется какой-то умник, который день и ночь играет в подобные гонки, и обогнать его невозможно. Четвертое место 3D Escape Room Mystic Manor. Вот удивляет, как так получается, что одни разработчики за один год могут выпустить несколько годных головоломок от первого лица, а студия, которая по сути и зародила этот жанр, я если что сейчас про серию The Room, новую часть не могут сделать уже несколько лет. Благо, ожидания как раз можно скрасить вот в таких головоломках, где цель — разгадывать секреты в разных стилизованных комнатах с поиском ключей и решением задачек, чтобы двигаться дальше по сюжету к новым неизведанным локациям. Третье место – Flapping Together Online. Алды наверняка вспомнят такую мобильную классику, в которую раньше играл практически весь мир, как Flappy Birds. Так вот, это ее копия, только с мультиплеерным режимом, где нужно соревноваться с другими игроками, чтобы у тебя пригорало еще больше, чем в одиночной компании. А учитывая, что из-за оригинальной игры было разбито несчетное количество телефонов, с этой версией нужно быть осторожным. Но если серьезно, залипнуть, соревнуясь в ловкости с друзьями или другими игроками, реально можно. Второе место – Forsaken World 2. Классическая азиатская MMORPG, для которой состоялся региональный релиз, который, вероятно, со временем расширит свою географию. Но пока что сыграть можно только в Индонезии, Таиланде и Филиппинах, ну или через VPN. Если вам, конечно, нравится исследование с полуоткрытым миром, различными квестами со сбором, зачисткой и подобным, в которую еще и вместе с друзьями можно поиграть, правда, жаль, теперь без Дискорда, так что press F Дискорду и движемся дальше. Ну и первое место – Forgotten Memories Remastered Edition. И закончим просто великолепной игрой, которую разработчики решили перевыпустить в ремастере. Правда, выйдет она только 28 числа, но учитывая, что оригинал и так доступен, да и ждать осталось недолго, решил о ней тоже рассказать. Ведь это без преувеличения мобильный Resident Evil или даже Silent Hill, ремейк которого также недавно вышел на ПК. Где мы играем за некую девушку, которая ищет пропавшую дочь в мрачной больнице вне времени, из которой и нужно выбраться, решая незаурядные задачки. И на этом сегодня все, так что пишите в комментариях, какая игра понравилась больше всего, а также не забывайте подписываться и ставить лайки. И до встречи в новых или старых видео на канале.